Дамы и господа, товарищи, друзья, приглашаю вас на страницу в Фейсбуке Владимира Фабишева из Нидерландов, замечательного человека тем, что он переводил на русский язык выступления прокуроров на заседаниях суда в Гааге 8-9 июня прошлого года, видя которых с его переводом Вадим Павлович Лукашевич потом поместил на своем YouTube-канале MH17 Truth and Lism. И вообще у него много интересных материалов. Вот последний. Правда, у меня от этого в Фейсбуке Владимира Файбышева поста у меня зардели уши. Слов на его картине перевод. Поэтому я предлагаю свой. И понятны они будут в любом месте в мире суши. Иначе последнее слово в этом посте не везде могут понять. Заканчиваются России там границы. Где за продвижение за них? Грозит ей женский орган половой. Молодец, Владимир, молодец. С удовольствием читаю все его материалы.